непризнанное государство, скажем так, еще и воюющее. Какая это может быть экономика? Конечно, дно прошли они, то есть у них было дно, да, в 2014 там году. После этого началось какое-то повышение. То есть ну, стрелять перестали, что-то хоть заработало, и люди уже почувствовали, что они стали лучше жить. И тогда, наверное, был подъем. Ну, подъем вот этот вот на уровне, когда да, все остальные живут так, а у них такой подъем там со дна. Это тоже, подъем стал дном в конце концов, потому что дальше подъема нет. После национализации, во-первых, руководители, ну, новые вот эти администрации временные, так называемые государственные, которые они ввели на эти предприятия, они меняли менеджмент. Естественно, что новый менеджмент просто не владеет ситуацией экономической действительно. Во-вторых, поставки сырья в основном шли с Украины. Эти поставки были прекращены. Опять же, отгрузка готовой продукции шла в Украину. Эта отгрузка была прекращена, потому что Украина прекратила свои отношения с этим предприятием. В России рынка вот для вот этих донбасских предприятий нет. То, что создается там, это скорее для пропаганды. То есть там Янакинский завод запустили там, на какую-то треть от своих мощностей, он работает. Типа. И, опять же, сырье поставляется из госрезервов Российской Федерации. То есть это не экономика, это политика чистая. Это вот для того, чтобы как-то поддержать там эти республики и пропагандистский эффект создать, что предприятия работают. На самом деле экономика падает. Проблема, естественно, с углем, который мы перестали оттуда потреблять. И сейчас они пытаются его там во весь мир там раскидывать там, под видом российского или еще какого-то там по дешевым ценам. Это мы должны противостоять, конечно, и владельцы этих предприятий, тот же Ахметов, да, его угольные предприятия в основном. Поэтому экономика, ну, непризнанное государство, скажем так, еще и воюющее. Какая это может быть экономика? Экономические основания для существования вот этих республик, ну, их нет просто. Экономически они не могут существовать самостоятельно. Потому что они были направлены на украинские рынки, на украинские сырьевые базы. Россия так быстро не перестроится, и России это не нужно. У нее свои есть такие же предприятия. Ей это невыгодно просто. Чем, вот, в чем плюс наш, вот этой блокады, которую там все ругают? И сейчас говорят, что там надо да, заслушать, сколько потери, там 1,5 миллиарда, по-моему. Хотя только на одних поставках электроэнергии в Донбасс Украина 3 миллиарда в год теряла туда, бесплатно. Это же все бесплатно поставлялось. А сейчас нам рассказывают там про какие-то потери. Да? И как можно оценить, допустим, энергетическую безопасность страны, независимость, которую мы получили после этой блокады, после того, как мы перестали зависеть от этого угля ихнего. Мы начали перевооружать свои ТЭЦ да, на другие марки угля, которые добываются на территории свободной Украины. Там. То есть мы уменьшили свою зависимость, в принципе. Поэтому плюс огромный, конечно. Мы сделали содержание этого региона для России более дорогим. А для России, которая ну, экономически ослаблена, это очень существенный фактор. Может быть, именно это заставляет ее сегодня хоть на каких-то условиях, но говорить о том, что она готова оттуда выйти.